Я пишу: здравствуйте, вы кто и что вам нужно? Добрый день. Он пишет: здравствуйте, я исследую религии, хорошо, а ко мне зачем добавились? Хотел вас попросить прочитать книгу. В общем, он отправил мне свою книгу, я скинул ее вам. Ну, через браузер, вы можете зайти и почитать. А зачем мне это нужно? Зачем мне нужно, когда у меня своих 38 томов вышло книг? В моей библиотеке по всему миру идут. Я людей, главное, рассказываю, а я буду читать чужие книги. Что он может мне новое сказать? По Богу. Все сказано у нас у святых отцов. Ну, он утверждает, что Иисус он не воскресал, как бы, а им это просто показалось. Ну, ему что у него надо? Кто он такой? Коротко отвечайте, кто он такой? Я его не знаю. Ну, а зачем ко мне кидаешь всякую падаль? Это нехорошо. Вы себя пятнаете этим. Я и с вами разговаривать не буду тогда. У меня время совершенно нету. Вот зашел какой-то подмусульманина играет, такое блудливое лицо, пришлось просто вышвырнуть его. Он не слышит, не видит, и все, там одержимость буйная. Там целый легион демонов в нем сидит. И каждому отвечать. Я ему отвечаю, он не слышит, не понимает, снова за то же берется. А почему? Потому что дьявол. Ему нужна ложь. А я отвечаю абсолютно точно, где это написано. А он не знает ни свою книгу, ни мою. Так, по делу говорите, что вам от меня нужно?